В преддверии Дня Победы Карачаево-Черкесия присоединилась к ежегодной всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Волонтеры, активисты, учащиеся образовательных учреждений республики раздают памятные символы гостям и жителям республики. Георгиевская лента – символ памяти, связи поколений и воинской славы для миллионов людей не только в России, но и за рубежом. Цель акции – во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века. Чьими наследниками мы остаемся, чем и кем гордиться должны, о ком помнить. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов призвал всех жителей республики стать участниками акции и выразить свою поддержку нашей стране, нашему президенту и всем защитникам Отечества.